На базе мультимедийного парка «Россия. Моя история» в Твери в течение 2 дней проходило мероприятие по повышению финансовой грамотности населения. Главной темой стала реализация практик инициативного бюджетирования. В событии приняли участие представители муниципальных образований Тверской области, молодежь, в том числе ребята из движения «Первых». На месте побывала Наталья Чекет. Комфортная городская среда, возможность самим решать, на что потратить общественные средства, планирование и контроль за расходами местных бюджетов – все это инициативное бюджетирование. Оно помогает воплотить в жизнь те идеи, которые наиболее актуальны для конкретного населенного пункта. Всегда есть возможности за счет крупных проектов и вот таких больших бюджетных вливаний решить какие-то очень быстро насущные вопросы. И в этом случае небольшие проекты и в том числе механизм инициативного бюджетирования – прекрасная технология. Порядка 30% решаются вопросы, связанные с благоустройством дворовой территории, спортивной площадки, детские площадки. Сегодня инициативное бюджетирование идет в социальную отрасль, в социальные технологии. У нас уже порядка 7% – это проекты спорта. Порядка 6% – это молодежные школьные проекты. Сейчас в Тверской области реализуется 7 региональных практик инициативного бюджетирования в рамках госпрограмм по ЖКХ и энергетике, комплексному развитию сельских территорий, культуре, развитию образования, управлению общественными финансами и совершенствованию региональной налоговой политики. Большой популярностью у жителей Верхневолжья пользуется программа поддержки местных инициатив. 2013 года удалось добиться действительно хороших показателей. У нас свыше 2400 реализованных проектов. В этом году мы дополнительно реализуем еще 337 проектов. У нас по поручению губернатора Тверской области на 2024 год объем поддержки был увеличен в 2 раза. На одном из заседаний регионального правительства в июле было принято решение о старте в 2025 году программы поддержки молодежных инициатив, в которой смогут участвовать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Мы разрабатывали критерии оценки этих проектов и механику программы вместе с коллегами из Министерства финансов Тверской области. Нам помогали наши партнеры из Минфина России. В Комитете по молодежной политике Государственной Думы я курирую как раз этот вопрос. И, конечно же, Тверская область стала первым регионом, где мы это интегрировали. Мы взяли несколько муниципальных образований как пилотные территории и вместе с ребятами прошли путь от генерации идей до проработки и презентации проектов. Участники мероприятия обсудили интеграцию инициативного бюджетирования в отраслевые программы, реализацию школьных проектов, проектов программы поддержки местных инициатив, включая молодежные, способы решения проблем при их реализации. Также были озвучены предложения по дальнейшему развитию инициативного бюджетирования в Тверской области.